Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Если не хотите пропустить свежие новости шоу-бизнеса, обязательно жмите кнопку «Подписаться». На нашем канале каждый день публикуются актуальные новости из мира звезд и кино. Буквально несколько минут назад мы узнали, что народный артист России Константин Юченков умер после продолжительной болезни на 73-м году жизни. Константин Глебович родился 22 июня 1947 года в Смоленске в семье актеров. Он окончил актерский факультет ГИТИСа имени Луначарского, работал в Ульяновском и в Таллинском драматических театрах и за годы службы в Тверском театре сыграл более 100 разноплановых ролей. Является лауреатом премии губернатора Тверской области за исполнение роли Евгения Арбенина в спектакле «Маскарад». Зрителям артист запомнился по таким картинам, как «Господин, который платит», «Вишневый сад», «Верь мне», «Прощаться не будем» и другие. Звание народного артиста Юченков получил в 1998 году. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.